Здравствуйте, друзья, с вами канал «Мой огород в Эстонии». Сейчас я собрала падалицу яблок. Они такие вкусные, эти яблочки ранние. Это марципановые. Мелкие, конечно, они в этом году очень. Я их сейчас мою, вырезаю всякие нехорошие места и сделаю сок через соковарку. Добавлю красной смородины и сделаю очень вкусный сок. Я косточки не удаляю, потому что это пюре я выбрасываю. А если хотите использовать это пюре, остается очень хорошее пюре, то, конечно, кости надо удалять. Ну вот, я поставила соковарку, засыпала яблоки и положила чуть-чуть красной смородины, чтобы для цвета. И будем продолжать. Из яблок сок получается немножко такой, как кисель, киселеобразный. Не всем это нравится. Ну, нам нравится, мы любим. И сок варить можно из любой ягоды, даже из крыжовника. Это очень вкусный сок, но, в общем, мы делаем всегда. А из винограда это вообще балдеж. Так что вот такая соковарка. В нижнюю часть кастрюли, ну, кастрюля нижняя, мы в нее наливаем воду, сюда собирается сок, а здесь такой кастрюля-друшлаг, туда ставим то, что нам надо. Ягоды, фрукты любые. Вот так сок наливается. Вот там какой цвет красивый. Яблочки превращаются в пюре. Ой. Этот сок сразу можно закатать крышкой простерилизованной. И все, и он готов. Конечно, это не подойдет для большого количества яблок, это, которые делаем через пресс или через соковыжималку. Это так, по чуть-чуть. Получить удовольствие. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.